Всем привет! Видеоинструкция Octavegin 5 мл ампулы. Octavegin антигипоксант, оказывающий три вида эффектов, метаболический, нейропротективный и микроциркуляторный. Octavegin повышает поглощение и утилизацию кислорода, входящие в состав препарата инозитолфосфа-олигосахариды положительно влияют на транспорт и утилизацию глюкозы, что приводит к улучшению энергетического метаболизма клеток и снижению образования лактата в условиях ишемии. В ходе различных исследований было установлено, что эффект препарата Octavegin наступает не позднее, чем через 30 минут после его приема. Максимальный эффект отмечается через 3 часа после парентерального и через 2-6 часов после перорального применения. Показания в составе комплексной терапии: симптоматическое лечение когнитивных нарушений, включая постинсультные когнитивные нарушения и деменцию. Симптоматическое лечение нарушений периферического кровообращения и их последствий. Симптоматическое лечение диабетической полинейропатии. Противопоказания: гиперчувствительность к препарату Octavegin и аналогичным препаратам или вспомогательным веществам, декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия, задержка жидкости в организме, детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Octavegin следует применять только в тех случаях, когда терапевтическая польза превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Дозировка: внутриартериально, внутривенно, внутримышечно препарат можно добавлять к растворам для инфузий. Для внутримышечных инъекций используют не более 5 мл препарата, который следует вводить медленно, поскольку раствор является гипертоническим. В зависимости от степени тяжести клинической картины, сначала следует вводить по 10-20 мл препарата внутривенно или внутриартериально ежедневно, для дальнейшего лечения по 5 мл внутривенно или внутримышечно медленно, ежедневно или несколько раз в неделю. Для инфузионного введения от 10 до 50 мл препарата следует добавить к 200-300 мл основного раствора, изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. Скорость инфузии около 2 мл в минуту. Стоимость от 630 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!